Уго Чавес важен для России, да и для всего мира. Прежде всего, как доказательство того, что Соединенные Государства Америки не всесильны. И что лидер, сумевший сплотить весь народ, может им противостоять. Напомню, что Чавеса однажды даже свергали, но буквально через несколько часов те, кто его сверг, пришли к нему с извинениями и освободили. Потому что буквально нескольких часов хватило, чтобы народ показал свое нежелание подчиняться тем, кто сверг Чавеса. Ну а почему назвали улицу так быстро, не дожидаясь положенного по закону 10-летнего срока? Да потому что Чавес уже за предыдущие десятилетия успел доказать свое значение и для России, и для всего мира. Поэтому больше ждать просто незачем.